Контроль воин. Твой последний шанс поиграть на этом архетипе в стандартном формате до ротации. Стоит колода почти 10 тысяч пыли. Ну а что вы, собственно, хотели от контроль воина, который всегда стоил свыше 10 тысяч стабильно? В современной мете дека имеет неплохой общий винрейт в 58%, а геймплей ее кардинально отличается от того, к чему вы могли привыкнуть, если последний раз играли на КВ году так в 2016-18. Теперь добор — это не ошибка, а порой даже необходимость для нахождения Казакусона, который и является нашим основным условием победы, наряду с кучей контроля и зачисток, которые помогут оставить оппонента без ресурсов и додавить сокровищами по типу углей Рагнароса или бомбочек Бума, хотя там почти любое сокровище дает очень много ценности. По заменам в этой колоде я не стал бы ничего советовать. Собрана она очень хорошо с учетом всех доступных синергий. По мулигану всегда оставляем корсарский тайник. Против контроль колод можно оставить Казакусона и Ракару. Против агрессивных колод — минное поле и щит и меч. На мой взгляд, КВ сейчас сильнее Пиратвара, хоть и имеет абсолютно проигрышные матчапы против Болнер Шамана и любой другой ОТК колоды. Но если вас это не остановит, получить кучу удовольствия от контроля вам точно удастся. Всем привет, приветствую вас на моем канале, за микрофоном, как всегда, ты знаешь кто. Сегодня внеочередной геймплей. Почему внеочередной? Потому что мы с вами не очередняры. Ты и я, мы с тобой вообще на коннекте особом и не идем с толпой. Мы за толпой не идем, когда все снимают геймплей, Плуятище снимает какой-то кал. Когда все снимают какой-то кал, Плуятище снимает геймплей. Собственно, сегодня играем на КВ. По-любому было супер офигенное, супер интересное интро, немножко там измененное, кайфовое, классное. Боже мой, дай мне сил, чтобы так действительно произошло. Попадаемся против самого дефолтного, умственно отсталого, неполноценного, тупорылого друида, который играет с Казакусоном, которого не пофиксили. Убрали ему там одно сокровище, саранчу. В итоге оставили все как есть, и за счет каких-то абсолютно просто высосанных из пальца сокровищ, в скобочках 10 карт, из которых, как бы, ну да, там по 2 копии, 5 карт по 2 копии, чел выигрывает игру. Чел переигрывает КВ. Я, если что, лузанул дурачку такому, который на второй ход мне поставил Казакусона. Это по-любому в шортс пойдет, вы поржете еще с меня. С того, какое у меня лицо обиженное и угрюмое, когда я пытаюсь записать геймплей, а мне попадаются вот такие вот чуваки. Ну, он еще свое получит, да, а мы с вами на позитивной ноте продолжаем. Собственно, игра на КВ. КВ, как возможно вас удивит, но КВ сейчас играет очень неплохо. То есть я не скажу, что это тир-1 колода, не скажу, что все КВ берут на там Мастерс Тур, Гранд Мастерс Тур, Гранд Супер Ультра Мега Лакерок Тур. Нет. Но если сравнивать, например, с результативностью Пират Воина, который вокруг да около тусуется на рангах пониже и который, судя по всему, близы в новой мете, в новом патче хотят усилять, он играет хуже, чем КВ. То есть КВ, я считаю, сейчас из колод на Воина сам самое лучшее, самое приятное. Ну, самое приятное — это я все-таки за себя говорю, опять же, да. Я просто любитель. Вы можете на стрим зайти и увидеть меня на маге 80%, как обычно. Но на КВ я тоже не прочь погонять. И, соответственно, он мне помог 7-0 спокойненько вот так вот пробежаться по мере поднятия легенды в этом сезоне. Взял я ее поздно, потому что особо не играл. Итак, что КВ из себя представляет в 2022 году? Причем, ремарочка — это, наверное, последний шанс после выхода этого геймплея одуматься, если у вас есть все карты, на КВ наиграться, потому что, скорее всего, в новой мете возможности не будет. То есть, ну, сейчас выглядит как мета какого-то... Ну, по крайней мере, не все карты показали, не показали, что будет с ротацией, но сейчас выглядит, будто это будет какая-то мета типа темпа мидрэндж колод. КВ там вписываться не особо будет. Ну, глянем, глянем. Ну, еще пиратов этих добавляют, какие-то оружия. Короче, хз, хз. Не уверен, что КВ сможет пережить... Ну, по крайней мере, появиться в новом году, но то ли еще будет. Собственно, современный КВ играет супер по-другому. То есть, если раньше вам нельзя было добираться, если раньше вы играли на value, то здесь на самом деле просто все, что нужно сделать, это выжить до Казакусона, поставить его и за счет сокровищ вынести, потому что value с сокровищ невероятное. Когда вы попадаетесь против друидов, очень важно, чтобы эти ублюдки не рольнули... Сейчас скажу, что. Наверное, я сейчас сделаю вихреклинг... Нет, не вихрь, подожди, думаю. Ударится сюда, у нас останется 25 хп, это не очень мало. С учетом того, что у нас броня еще есть, плюс мы доберемся. Сейчас добор важен, нужно немножко вэлью еще полутать. Собственно, смотрите, если друид раскопал восковых этих яростней, которых надо удалить по факту, 5-1 штучки, которые бесконечно спамнятся, то мы лузанули примерно со 100% шансом. Объясню почему, потому что у КВ нет сайленса. У моего КВ точно сайленса нет. Ну, чел еще сейчас забузит себе с направляющим свет луны там этих сокровищ. Кстати говоря, вот друид, наверное, самое большое количество value извлекает из Казакусона за счет своих вот этих учительных карт немного. С хорошим заходом, очевидно. КВ так не может. То есть каждый раз, когда вы попадаетесь против друида на Казакусоне, то мы немножко в минусовом матчапе. С другой же стороны, у нас есть куда больше контроля. То есть, если
челик. Ну тут, видите, я по условиям сейчас. Если. Вот, Моргенштерн. Полная фигня. Забей этот урон вообще просто. Спасибо большое, что раскопал этот кал. Кстати говоря, Моргенштерн нам, возможно, засейвит игру, если он все... Найс, кстати, ордер. Моргенштерн, кстати, я хотел сказать, может очень нам пригодиться при размене этих самых элементалей восковых 5-1. Если они вдруг реально там есть. Я очень волнуюсь по этому поводу, потому что реально опасно. Ой-ой-ой, браза, ну это... Если это не канопы, то это... Окей. Это канопочки. Это канопы. Ну что ж. Играет сильно, но мы, может, сильнее будем. Понятно. Изи, ответочка от лучшего КВ планеты. Ладно, шучу, конечно же, я не лучший КВ планеты, но это было красиво. Это было красиво. Навылуплял нам легендарок. Отличная комба. 10 на 10. Я делал еще эту комбу с бумботами. Бумботы вообще жопа полная. Но КВ переживает. Бумботов за счет ненависти. Чел теперь ордер лул не сделал. Моргенштерн. Ну, смотрите, не повезет ему с сокровищами. Мы просто перетерпим это. Тут вообще как бы... Чел, тут вообще все супер изи получается. Так вот делаем, у нас уже, если что, 47 брони. Хорошо, что 47 относится именно к броне. Казакусан есть. Смотрите, у нас есть одна зачистка, вторая зачистка, третья зачистка. Есть Казакусан, есть обилка. Ну, короче, чел. Ливай, пока не поздно. Ну, это неплохо, кстати. С другой же стороны, эти древние змеи, как бы... Куда, кого, зачем, почему? Сейчас подумаю, как нам сделать это получше. Можно прямо сейчас, на самом деле, ставить Казакуса на это. Хороший тайминг будет. Посмотрим, что раскопается. Гора сокровищ. Так, у нас есть книга мертвых. А, на самом деле, очень сильно. Вот чешуйчатый посох тут будет найс в ответку на его чешуйчатый посох. Есть Эфес Кальдевара. Рисковать не хочу, возьму позорную трубу. Есть Моргенштерн для того, чтобы обыграть вокруг его восковых элементалей. Будет, в принципе, идеально, но нам может рельнуться еще за 5 этот джезл, который все сайлосит уничтожает. Поэтому, блин, даже не знаю. Поэтому банановый сплит возьму, ладно. Ну, блин, хорошо. Это тоже найс ответ. И угли Рагнароса всегда. Ну вот что-что, а угли Рагнароса всегда, прям всегда. Прям супер ультра всегда. Замешаем тяжелые латы туда, чтобы добрать банановый сплит. Ну и плюс, как бы, у нас есть баклер ледяной, который позволит нам всегда раскалывание щита за 0 сделать при необходимости. Еще, да, угли Рагнароса прям жесткая тема, но это только если у друида будет солнечное затмение под них, и у нас не будет брони. У нас броня есть, все кайфует. Верю. А, он Кильдалар пытался собрать, у него не получилось, я все понял. Ладно. Ну, сейчас мы просто через... Баклер, раскалывание, потасовка, разменяем весь стол. Так, можно что-то украсть у него, кстати, попробовать. Давайте попробуем, почему бы нет. Ха, лол. Ну, выходит, что здорово. Добрый день. Так, у нас есть сила героя еще. В принципе, можно сделать вот так. Запульнуть ему в лицо, знаете ли. Добрать это говно. Забрать еще одну змейку. И чилить. Ну, слушайте, хорошо, кстати, сейчас позорную трубу реализовал. Считайте, мы разменяли одно говно сокровище на очень хорошее. Вот раздражальник против друида. Это максимально крутая тема. Почему? Потому что мы контрим вообще весь его стол. Он может, в принципе, консидить. Ну, вы видите, да, что в 2022 году как бы игра сводится к тому, у кого лучше будут сокровища с Казакусана. Насколько это хорошо оценивать уже вам. Мне лично такой геймплей не нравится. Когда все отталкиваются от одной и той же картинки. Все пытаются что-то там заролять, что-то выиграть. И в итоге все сводится опять к лютому рандому. Да, рандом не такой, как раньше, да, если там раньше вы боялись, что Рагнарос вам зафигачит там 8 в лицо, когда у вас весь стол, да, то сейчас вы как бы тут рассчитываете на то, что из 5 раскопок ваш оппонент раскопает самое худшее говно из всех возможных вариантов. Ну, как бы... Так, что мы здесь будем делать? Ну, наверное, будем сейчас трейдиться. Сейчас будем трейдиться. Можно вот так вот зафигачить, брони набрать.
Вообще можно было вихрь клинков сделать, я тут ошибся. Да, наверное, надо было вихрь клинков сделать просто сразу, чтобы этих древних змей зафигачить. Ну какой геймплей без ошибки, как бы, да. Сохраняю аутентичность своих видосов. Не обращайте внимания. Банановый сплит сюда закинуть, разменяться нормально. Надо было это сделать, когда там божественные щиты были. А нет, нормально, я ждал тройку. Все окей. Чилим, чилим. Чилентаним, все четко. Адриана Чилентана. Слово чилить. Меня не остановить. На, получай. Ну и хз, что он играет. На самом деле ему уже пора бы консиднуть. Два раза канопы заюзал, у него еще один чешуйчатый посох, еще один раздражальник. Все, собственно. А, у него еще два каких-то артефакта. На, и Варгенштерны. Все, чел. Чел, ты... Ты все, ты закончился, друид. Ты плохо играешь с Казакусаном, заканчивайся. Все, пока. Разменяться и дать еще одного. И как будто вот у меня потасовки нет, вот серьезно. Почему он сейчас не затрейдил, я не понимаю. Я что-то вообще... Вот что-то я не понимаю, видимо, в этой жизни. Все, давай. Ливай с игры. Я не могу почему-то топорсадника напялить. Есть вопросы определенного характера у меня. В игре. Просто бабл собью. Чел, чел. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, лол. Чешуйчатый посох, все. А, еще одни канопы. Ладно. Абсолютно пофиг. Absolutely doesn't care. Нет, стоп, don't care, конечно. Конечно же, don't. Ты что, дурак? Ты что, дурак? Ты же don't care. Делаем так, потому что с обилки мы набьем больше брони. Класс, 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 чел, класс. Класс, класс, класс. Фак, волчица, серьезно. Из всех карт вонючая волчица выпала. Блин, волчица так-то может захавать 100 тысяч дэмэджа. Без шуток. Но мы ее, в принципе, засайленсим и кайфанем. Засайленсим, поставим 10-10 волчицу. О, кстати, да, красиво будет. Да-да-да, выиграл. О-о-о, так он реально выиграл? Правильно, правильно. У него по 3 артефакта, почему у него карт больше? Потому что он делал свой направляющий свет луны. Все, все, загадка решена, ребята. Ребятки, я решил эту загадку. На, хавай. Конечно, ты сдаешься, у меня вэлью больше. Все, пока. ББ. Окей, парни, следующий матча. Попались на приста, пожалуйста, кастани сейчас, не знаю, кастани сейчас квест. Вот это будет ржомба. Наконец-то схлестнулась контроль мета в 22-м году. Еее. Да, да, привет. Я тебя приветствую. В общем-то, да, кстати, по заменам хотел обозначить один момент. Почему-то в исходной колоде это и два корсарских тайника. Честно, вообще понятия не имею, какого хрена они положили два корсарских тайника на три пушки, которые постоянно приходят. Поэтому я как бы в строю взял, засунул дополнительное вэлью. Считаю, что я гений. Еще ни разу не помогло, но... Будем верить и надеяться на лучшее. Ну, что мы видим? Идеальная монокривая у приста. Как бы 2, 3... Ну, открутка, открутка. У меня слишком высокий винрейт в этом сезоне, видимо. Я всего за 100 игр взял легенду. Играю на рафладеках прям лютейших. Поэтому сейчас можно просто с каменным лицом, не знаю, быть увлеченным скиллом оппонентов, которые ловят идеальные руки, идеальные заходы, идеальный рандом. Ну, вот такой вот Харстон. 50%. Кто бросил Харстон, тот просто не смог 50% победить. Я, кстати, возможно, скоро тоже не смогу такими темпами. Так, да что у нас такое? Это вэлью. Это вэлью, кстати, о чем я и говорил. Он этого не ждал. Ладно, ты мне мешаешь, извини. Отличное вэлью. Понимаете, две маны. Две маны, две маны. Кайф. Хорош. Наверняка отменит мне заклинание, потому что нет смысла отменять существо. Мне так кажется, по крайней мере. Блок клинком. Если кто-то может прочитать, что написано под блоком клинком, как локализаторы постарались, то, ребят, ставлю лайк вашему комментарию. Что там написано? Приближайте. Я приближать не собираюсь. Что это там блестит? Что это там блестит? Да, он заклятие отменяет. Видно, сука. Окей. Я мог, конечно, сделать интересный мув.
Я его и так сделаю, окей. Кстати, идеально монокривая у него пока что закончилась. Это хорошо, дает нам все-таки хоть какую-то фору, потому что если бы он на каждом ходу показывал скилл, я бы пригорел, вот реально. Угу, похилим, похилим, да. Кто же для него абсолютно плюсовый матчап? Абсолютно плюсовейший. Против КВ, конечно, тут, ну, время против нас играет. Меню вставляем. Поздравляем! Казакусан. Восьмой ход Казакусан было бы найс. Было бы реально найс. Потому что это хоть какая-то надежда на быстрое, быстрый вынос мусора, как говорится. Угу. Обожаю механику божественных щитов. Муракара в два добора. Это кайф. Ладно. Сбил бабл. Угу. Не ты выбираешь. Это слабоватый ход. Пытается найти раскопки дополнительные. Казакусон. Прям сейчас был бы идеален. Угу. Ну ладно, через ход. Что-то я машню. Вставляю тяжелые латы. Поможет нам разменять какую-то картинку, которая, ну, в плане один из артефактов сокровищ, да, дополнительно добрать, если вдруг придет немножко нежелательное что-нибудь. У него там нет смысла делать особо этого семерку, этого мурлока. Те, кого мы любим. Восьмерка сразу замешает еще два осколка. Типа умный. Типа сейчас победит. Своим мувом этим корявым. Крипов больше нет. Ну, интересный плей. Но не сказать, что крутой самый. Погнали, позырим, что там у нас. Ну все, это мой win condition на столе, кстати. Это по-любому. Это, скорее всего, по-любому. Ха. Ну, с другой стороны, можно просто эту миду чистый свет замешать так, чтобы она у меня на столе заспаунилась. Это мем, конечно, но го попробуем. Так. Варгенштерн хорошая штука. Канопы говно, раздражальник хорошо. И священная книга тоже хорошо. По факту. По факту. Не то чтобы прям гениальные заклятия я нашел, но пойдет. Пойдет. По лицу бить буду, не буду? Да, буду. У меня много оружия, это фигня особо сейчас ничего не сделает. Давай, давай! Я хочу, чтобы он эту миду заспавнил, и я ее скопировал просто. Вот это будет кайф. Без тьмы. Угу. Успокойся, дитя. Интересный геймплей. Как видите, я аж в телефоне залип. О, найс, найс, найс. Вот это кайф. Вот это сюда. Так, угли пришли немножко не вовремя. Так, ага. Угу, да, по-любому. Это еще только начало, кстати. Да, это еще только начало. Драконий успех. Кайфуем. Найс. Полюсь, что не играю в игру совсем. Получаю достижения, которые из вас, наверное, уже... Я хочу, походу, умереть тут. Так, найс. Древнее отражение найти. Отлично, 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 отлично. Кайфую, кайфую, кайфую. Древнее отражение и Воргена, все. Чел! Остановись! Hello, гений игры! Остановись, я тебе сказал. Ты в безопасности. Зеркало души. Кстати, а как это оно так? Как она сейчас разобьется? Это умно. А по копытам можно? Пойду за сайленшу приста и кайфану. Так, ну смотрите, я ему 8 фрагментов замешал. Ему необходимо еще зерелочку как-то поставить, да? Восьмерка это Марк Механолог какой-нибудь будет. Ой, Механолог.
Марк Кузнестраж, так он называется. Давай. Давай без фрагментов только, слышь? Хорош. 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 А где восьмерки? У него что, одна восьмерка в колоде? Я не верю. Так не играют. Чел. Ой, тут что-то уже, если не фрагмента боссаны. Да иди ты. Нет, ну что это за говно? Ну в смысле нет, так не должно быть. Говноед на присте. Да не должно быть такого. Вас хватит. Остановитесь. Пипец. Сейчас бы фрагментом проиграть тупорылым этим. Древнее отражение стабдек. О, хорошая карта. Древнее отражение стабдека. Давай, 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 давай. И там уже я тоже поиграю с тобой, браза. Чё? Чтобы не перебрать. Понял. Ну какие? Ну какие раздражальники? Чел ты? Хорошо. 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 Ты в безопасности. Ну да, нужно так сделать. Нужно так сделать, нужно так сделать. Хорошо. Есть один прикол. Смотрим дальше. Восьмерка какая у тебя, чувак? Неприятно, но не самый худший исход. Какая восьмерка у него? Кроме зрелой, очевидно. Он пытается раскопать ее? Ну, пожалуйста. Угли Рагнароса сексуальные. Ну а как? А никак. Можно. Не бойся. Ладно, окей, давай вот так. И засалансим это говно. Просто чтобы не спавнилось больше говнища. Вам золото не отдает сильно? Ну, Марк Кузнестраж, я не знаю, я уже отдал. Свой Воргенштерн, который, ну, хотя со священной книгой тоже шанс есть. Взгляни. Законтролить. Ну, давай, восьмерка. Какая восьмерка? Печати Шараджа. Там что, там заклинание? Да. Восьмерки у Приста и Шарадж только этот. У меня летал в руке, понимаете? Теории. Находится, вот. Вот это мой win condition. Вот он, burst. Burst damage. Кстати, в комментариях напишите, почему вот они оставили угли Рагнароса, но удалили саранчу. Есть очевидный вполне себе ответ, но мне интересно, увижу я его или нет. И нет, ответ не звучит как плагиат лох. А немножко по-другому. Вот так вот, вот так вот. С кайфом. Сейчас пройдемся по лицу его. Наконец-то. Наконец-то, наконец-то. Пау-пау-пау, win condition подъехал, сынуля. Нужно рольнуть. А, нет, он хилится сейчас, фак. Ну, по-другому я не мог сыграть. Так что... Так что, простите меня. По-другому никак. Это не летал, к сожалению. В смысле, я хилит сейчас. Ну, как, почти не летал. Но нельзя отдавать угли Рагнароса. Да, это Идол Шарадж, но он его удешевил. Офигеть. Кайфуем. Воргенштерн. Еще что-нибудь? Хорошо, так как. Здравствуйте. Сайленси этот кал. Отлично, идем, ребятки. Отлично, движемся к цели. Сейчас будем леталить этого чувачка. Чувачка этого будем леталить. Не, он найдет, он найдет, он найдет. Там осколок Нару еще есть. Что-то я себе выдумал, летал. А летал-то по факту нет. Древнее отражение, внимание. Древнее отражение, которое скинуть сюда и выиграть игру вообще просто за секунду, находится на самом дне. Совпадение? Осторожно, расступитесь. Не думаю. Спасибо. Так, сейчас. Вот это сейчас чел кайфанул, наверное. Да, баклер ледяной. А почему бы и нет, правильно? Ну, стоп.
Ну да, смотри, он сейчас делает осколок, у меня все существа становятся вместо 1-1, 4-6. Я надеюсь, он дает себе в этом отчет. Да, у них баблов не будет, но это 4-6 туши становится, не 1-1. Ты как бы... Чел, ты подумай, ты не делай. Ты подумай сначала головой, хочешь ты этого или нет. Потому что, ну... Есть такая вещь, как последствия. Ага, он подумал. Подумал хорошечно. Хорошо. Осталось карт. У тебя нет восьмерки, я это уже понял. Почему ты не консидишь? Просто один вопрос. Если бы мы могли включить свой мозг на 100%, да, использовать, то этот прист консинул бы уже, наверное, минут 10 назад. Я не буду бэймить, я не буду подавать плохой пример. Но он даже не дал мне миду получить. Это же такой красивый плей бы был. Тварына, ну ладно. Ладно. Отдай свои ПТСики и уходи. Что ж, ребят, уже, кстати, не привык аутро для геймплеев записывать, но геймплей подходит к концу. Я надеюсь, что он был веселым, вам понравилось, потому что эти две катки, третью я вырежу, я уже понял, потому что катка с престом достаточно долгая, получились очень веселыми. Получилось кайфово, спасибо, что смотрели. Код колоды в описании. Говорю сразу, крафтить сейчас ни на что не надо. Даже если у вас не хватает там 1000 пыли, помните, если вы из России или из Беларуси, да, или там вдруг вам в теории могут забанить ваш батлнет, потому что вы там ДНР или ЛНР зарегистрировали еще даже 1000 лет назад, как Калента, свою запись учетную, ничего не покупайте, донатить невозможно, так что пыль вообще сейчас храните, как вот прям ой-ой-ой, зеницу ока, все дела, в смысле, в реальной жизни не надо, в реальной жизни протирайте пыль, а вот в Харстоуне не стоит. В общем-то, что могу сказать, ничего не крафтите, гайд по пыли либо уже вышел, либо выйдет чуть попозже, классно. Колода, играйте, пока есть время, супер классно, можете посмотреть, как кайфово на КВ там с сочетанием Ракары, с его защитными там заклинаниями, приколами, насколько круто получается с Казакусоном это все комбинировать и побеждать даже в таких сложных матчапах, как, например, вот этот КС-жрец. Подписывайся, там лайк ставь, приходи на стримы, пожалуйста, стримы крутые, вот, даже на Твиче вот часто провожу стримы не по Харстоуну, а когда по Харстоуну, тогда всегда крутые, а когда не по Харстоуну, иногда не крутые, но все равно приходи. Донать там, у меня особо сейчас денег нет, рекламы нет. Ссылка на донат в описании. Буду очень благодарен, если закинешь. Ну, 1100 минимум, спасибо. В общем-то, все. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч. Рад был видеть. Код колоды в описании. Все подписывайтесь. Все, пока. Увидимся. Бубы.